делать, объяснять не особо много. Если я здесь возьму, я сам развернуться не смогу. Мне моя рука будет мешать, видите? Все, у меня уже не туда надо, а у меня рука не мешает. Поэтому делаю здесь. Раз. И скручиваю сюда, вот, бросаю. Многих ошибка не бросает вот туда. Это неправильно. Видите, меня в сторону унесло. Знаете, я чуть-чуть пролезу. Я должен остаться на месте, или меня вперед могу унести. Сейчас я правильно почти сделал. Осталось на месте. Бросил, вот и что. Ясно? Смысл? Согнуть соперника, поставить сапогу, делаем мах. Владимир Сергеевич, еще покажите очень хороший вариант, когда этот японцы делают. Когда захват сверху идет, а у вас рука снизу. Да. Второй вариант, если когда соперник ниже вас, а вы хотите сделать подход, а так же, как и передний помощь, помните, как раз подход, локоть. Там же снизу слышишь, а вы не сделаете подход. Максим, тут спрашивают, смотрите, когда показывают. Я не могу каждому персонально показывать. Или платить деньги персональному показу. Мы сейчас увидим. Мы первый раз будем поднять. Да, напал. Так. Вот, видите? То есть рука пойдет под локоть сюда. Если он ниже меня будет. Понимаете? Вот сюда раз. И делаем. Тот же самый. И тот же самый. Здесь быть тоже локоть, а у ног, по-моему, здесь вот. Подмышки вот. Надо за счет вот этой вот скручки можно сбросить соперника. Я даже руками могу бросить, а вы сюда больше надо. Понимаете? Вы должны уметь против каждого бороться. Ниже ростом, выше ростом, левша. Правша, я забыл.